Городские улицы продолжают переводить на умное освещение. Контракт на выполнение работ по внедрению системы автоматизированного управления наружным освещением «Чистый город» заключил с компанией РТК «Энергобаланс» в прошлом году. Светодиодные лампы уже установили на 5 муниципальных дорогах. Александра Литкова продолжит. Работы по установке новых светодиодных светильников начали в конце ноября прошлого года. На сегодняшний день на дорогах по улицам Тыковылки, Авиаторов, Пырерка, Смедовича и частично на Ненецкой заменили 32 светильника. В установке новых светильников задействованы два рабочих и мастер из спецтехники «Автогидроподъемник». Работы ведутся в зависимости от погодных условий. Уже сейчас заметна разница в освещенности дорог. Установленные приборы работают в зависимости от освещения. Чем темнее на улице, тем ярче они горят. В рамках исполнения контракта по установке автоматизированной системы управления наружным освещением было оборудовано 51 щит с модулем управления. Также произведена поставка 345 светильников. Данные светильники отличаются от тех, которые ранее устанавливались у нас в городе, тем, что ими можно управлять удаленно. То есть можно повысить, понизить освещенность в зависимости от того, что необходимо. Внедрение новой системы необходимо для бесперебойной работы уличного освещения в Нарьян-Маре. Новшество позволяет дистанционно вести контроль, диагностику и управление наружным освещением с помощью модулей. Подрядчик установил шкафы управления наружным освещением и в процессе эксплуатации будет осуществлять поддержку системы. Кроме этого, за счет определенного графика включения и отключения освещения, работа фонарей приведет к энергосбережению. Эти светильники энергосберегающие, разброс больше. Ну, освещенность, ну как, что я еще могу сказать о них? Датчики стоят, у них специальные, просто телекомовские. Завершить работы по установке светильников предприятие планирует в летний период. Помимо этого, электрики работают по заявкам от горожан. Для контроля работы уличного освещения проводят объезды по объектам. Предприятие «Чистый город» в рамках муниципального задания обслуживает 64 километра линий электропередач, более 1500 светильников и 46 уличных световых инсталляций. Александра Литкова, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, телеканал «Север».